Класс встречает нового учителя не очень радушно. А если постучать? Ничего не изменилось. И отвечать у доски выходит огонь. Выйти к доске? Ну как? У меня хвост? Эту проблему я решу. Выбираю этот вариант. Спасибо за помощь. Теперь у нее ноги, а я купился. Подружки, улыбаемся самыми обворожительными улыбками. Эта фотография специально для мистера Ричарда. Получилось отлично. Оставим это здесь, на память. Он идет. Бежим. О, мои милые ученицы, какой хороший класс. Дорогой, я принесла тебе чай. А это еще кто? Мои ученицы. Что за ученицы? Просто ученица, дорогая. Ты куда? А чай? Подожди. Холодная или горячая? И кулер больше не нужен. Моя красавица-акула, ты просто душка. Вы согласны, подружки? Убери это. Не бойтесь, это всего лишь точилка. Точилку обклеиваем полимерной глиной. Формируем акулу. Добавляем детали. Запекаем по инструкции. Окрашиваем акрилом. И она отлично точит карандаши. По-моему, даже слишком. Не стоит доверять акулам. Это еще что? Плавник? Кто здесь? Не может быть. Мистер Ричард, нужна ваша подпись. Конечно, директор, пожалуйста. Спасибо, я поплыву дальше. Какая школа, такой и директор. Как сделать модные локоны? Легко, если вместо плойки ладонь. Главное, не перестараться. Время обеда. А вот и маршмеллоу. О, огонь. Думаю, ты можешь мне помочь. Одолжи свою огненную подставку. Из пластиковой бутылки вырезаем полоски. Формируем острый край. Нагреваем над свечой и закручиваем. Покрываем акрилом, имитируя языки пламени. На прозрачную коробочку приклеиваем фоамиран. Проделываем отверстие в крышке. Продеваем светодиодную гирлянду. Наклеиваем языки пламени. Крепим гирлянду. Подставку окрашиваем акрилом. Конечно, пожалуйста. Ай, горячо. Добавлю дров в костер. И можно жарить зефирки. Спасибо, огонь. Всегда пожалуйста, мистер Ричард. Русалка воздух. Приготовили ручки и пишем конспект. Я забыла ручку. Нужна песня русалки. Вот, выбирай любой. Что же выбрать? Это тебе. Вау! Только такой ручкой и должна писать русалка. Спасибо, вы свободны. Вот только писать этой огромной ручкой ужасно неудобно. Класс, ваше задание – нарисовать пейзаж. Все понятно, нужны мои любимые краски. На коробочку от пудры приклеиваем ракушку. Покрываем перламутровым акрилом. Декорируем стразами. Внутрь вклеиваем миниатюрные баночки с акварелью морских оттенков. Мои любимые цвета. Вода? Есть кисточка? Нет. Ой, краски перевернулись. Хотя, получилось очень даже симпатично. Вау, я тоже так хочу. Налью свои краски и... Ой, ну и ладно, так тоже сойдет. Любимое развлечение русалки – воздух – парить на качелях. Сегодня пишем тест. Напоминаю, не списывать. Что? Когда мы это учили? Ничего не помню. Облачко, помоги.
О, да, спасибо за дождь и шпаргалок. Вот и правильный ответ. Мне тоже нужна шпаргалка. Что? Она превратилась в пепел. Вот спасибо. Русалка, огонь. Моя любимая ручка. Если уж писать экзамен, то только так. В свечке проделываем отверстие. Вставляем стержень шариковой ручки. Ставим свечу в подсвечник. Пора сдавать работы. Я соберу. Держите. Спасибо. Ну, огонь, ты сдала чистый лист. Посмотрите на это, мистер Ричард. Мою работу просто нужно подогреть. Теперь вы видите? Да-да, удивительно, но все правильно. Куда я дела закладку? О, плавник вместо закладки? Это так практично. Эй, уже перемена? А мне так и сидеть здесь с этой книгой? Ну ладно. Спасибо, подружка. Пожалуйста. Но это был последний раз. Земля любит растения, но не слишком большие. Телефон совсем разрядился. Русалочки, у вас есть пауэрбанк? У меня нет. Нет, прости. Конечно, держи. Прозрачный квадратный лист из пластиковой папки складываем, формируя диагональные сгибы. Надрезаем их, оставляя центр. Загибаем углу к центру и фиксируем канцелярской кнопкой. Крепим к карандашу. Пауэрбанк подходящей формы покрываем акрилом. Декорируем стразами по спирали. Приклеиваем карандаш. Украшаем стразами. Спасибо. Но он не работает. Ах да, нужно подуть. Ну как? О, заряжается. Спасибо. Не заряжается. Сейчас подую. Не получается. Воздуха не хватает. Не грусти, давай помогу. Вау, спасибо, воздух. Русалка, вода? Время вышло, сдавайте свои работы. Вот, пожалуйста. Спасибо. Вода, мне нужен твой тест. Я еще не закончила, дайте мне 2 минуты. Вода, здесь нужна удочка. Хорошо, я уже поняла. Вот моя работа. Забирайте. Другое дело. Русалка-земля? Я закончила. Кто оставил здесь этот камень? Это мой ланчбокс. В пенополистироле прорезаем углубление. Вставляем круглую коробочку. Также делаем крышку. Добавляем дополнительный слой для объема. Обрезаем углы и шлифуем наждачной бумагой, придавая форму камня. Окрашиваем акрилом. Покрываем лаком и приклеиваем искусственный мох. Подружка, налей немного воды. Без проблем. А я насыплю земли. Осталось немного подождать. И перед нами свежая микрозелень. Очень полезная. Хочешь? Спасибо, я не голодна. Русалки стихии пишут экзамен. Экзамен – это скучно. А мой новый чехол для наушников – это весело. Из фоамирана вырезаем 2 облачка. И полоску. Соединяем детали в чехол. Устанавливаем наушники в середину. Добавляем деталь для фиксации крышки. Никаких наушников на экзамене. Здесь наверняка подсказки. Только шум ветра? Ну ладно, держи. Подсказки воздуха понимаю только я. Понравилось наше видео? Тогда напиши в комментариях, кто из русалок понравился тебе больше всего. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые веселые видео на канале Тром-Тром.